Всем привет! Мы на турнире уже. Сейчас ждем первое отделение заканчивается, идет награждение. У меня вид, видите, какой. Я, короче говоря, приболела. У меня сегодня ночью была температура. Я думала, у меня это аллергический кашель, а на самом деле что-то не то. Наверное, в понедельник дождусь, поеду к врачу, съезжу, чтобы меня послушали. Потому что что-то я как-то себя очень плохо чувствую. Вот, а мы сейчас взяла, кстати, с собой таблетку, на всякий случай. Сейчас пошла, купила себе кофе с лимоном. Такая гадость. Но сижу, вот пью, хотя бы горло погреть. Хотя оно у меня не болит. Макс сидит, мерзнет. Ну, вот. Так что давайте оставайтесь с нами, смотрите. Нам попозже все посмотрим. Сами по себе. Открытый класс.
господа, судьи группа номер 22. Два танцевальных дуэта зарегистрировались в этой категории. Главный судья соревнований среди инклюзии, главный судьи соревнований Александр Калашин. Итак, пары готовы. 8 танцев не уходят от ракеты. Самая серьезная категория. Судьи готовы. И первый момент – медленный пальцы. Thank you.
господа, судьи группа номер 26. Но, господа, дети, два сокращенные двоеборья, последний танец Инфина и танец Джен. Сейчас надену этот пальто свое. Что, награждение? Мы вторые. Как-то так. Макс расстроен. Поддержать еще. И мы чуть-чуть посидим, вот, подождем, они, в общем, сколько я, в общем, ой, господи, сколько я выдержу, столько выдержу. Так что вот так. Танцевально-спортивный клуб «Авангард». Майский танцевально-спортивный клуб «Форум». Клубы города Белгород. Алькор. Грация. Дикатал. Миллениум.
добрались. Ну и видите результат. Все, я укуталась. Я надела плюшевую кофту на себя. Такие же штанишки. Укрылась пледом. Надела шерстяные носки. И я лежу, ребят, у меня уже 38. Мне кажется, что она у меня еще повышается. Все, пришла разговаривать. Опять орет, кота просит. Надоело уже. Короче, вот так вот у нас день прошел. Главное, мы на турнир съездили. Я хотела забраться в ванну, погреться, но у меня нет сил. И с такой температурой хорошо, что я не залезла. Короче, я не знаю, чем вообще лечиться, потому что у меня ничего не болит. У меня только кашель сильный. Мне постоянно хочется кашлять. И у меня даже горло не болит, у меня нос не заложен. У меня просто болит голова жутко. Кашель и сухой. Невысокая температура. Глаза слезятся, соответственно. Короче, не знаю. Какой-то вирусняк. Ну, правильно, я же по поликлиникам моталась. С этими справками для военкомата. Наверное, подцепила. А может, где еще? Какие-то пятна пошли. Видите? На лице. Что-то я это сдала. Немножко, маленько. Вот. Макс хочет кушать, но я не в силах даже встать. Сейчас я выпила таблетку и буклин, и сейчас жду полчаса, хотя бы, чтобы немножко спала температура, чтобы стало полегче. Я пойду заварю себе чай, а ему и разогрею покушать. Вчера готовила печенку, такую, знаете, с этим, со сливочным соусом. И макарошки, наверное, разогрею, но... И себе сделаю чай. Вот. Ладненько, ребятки, будем с вами прощаться. Турнир, конечно, ужасный. Всего две пары. Вообще, какое-то позорище. Ну, что делать? Еще 16-го турнир. Февраля уже. Ну, не знаю, как у нас там, что будет, не будет, не будем загадывать. Вот. Ладненько, ребяточки, буду с вами прощаться на этом. И всем пока-пока.